Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 3». Давненько не заходили, и вот решил. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Пиньятушка. Можно мне ее забрать? Чего опять не хватает? 900 монет? Для того, чтобы улучшить дом. Я так понимаю, да? И здесь никого нету? Очень интересно. Так, что у нас тут по звездочкам? Ага, понятно. Это нам не нужно пока. Ладно, выходим с тобой на карту. Так, а здесь что у нас? А, рулетка, да? А ну-ка давай крутанем. Так, бесплатно. Дай эпик, эпик или легу. Эпик или... 5 гемов. Ну ладно, пускай будет 5 гемов. 212 у нас с тобой. А в данный момент я могу еще за видосик посмотреть. Давай, наверное, так и сделаем. Так, и еще у нас попыточка с вами. И выпадает 5 карточек бонг-чой. Отлично. Уж он точно нам лишним не будет. Апгрейд, чего апгрейд-то? Ага, тут тоже можно улучшить, но опять же не хватает чего-то. Так, выходим дальше. И что у нас еще? Тут почему-то, ребята, закрыто, и такой вот черепок моргает. Это означает, что... опасная зона, типа того, да? Ну что же, пора с ними разобраться, наверное, да? Что у нас тут? Зомби 450, 500 и 460. Ну, начнем, пожалуй, вот с этих вот простеньких, наверное. Наверное. Так, у меня что здесь взято? Электрический стебелек, попкорн, кукуруза, орех, так, шишка и бамбук. Ну, давай попробуем этой командой поиграть. Я думаю, что у нас должно все получиться. Вот это вот удивляет. Почему от защитных зомби отскакивают горошины? Такого же не должно быть. Так, я еще вспомнил, что у нас с вами есть вишневая бомба. Ну куда ты бежишь, а? Куда ты, танцор? Ё-моё, это ж танцульки-пульки, все дела. Так, давай, бамбук, наяривай. Чего они так быстро двигаются-то, эй? А орешек не хочешь? Ой, куда я его поставил? Молодец, красавчик. Ничего не скажешь. Так, тут еще и зомби с собакой бежит. Они какие-то очень крепкие для меня стали, если честно. Но мы тут его разберем. Так, давай-ка сюда, наверное, поставим еще один попкорн. Я не знаю, ребята, я так предполагаю, что это попкорн. На самом деле фиг поймешь, как его звать, что это вообще за растение. Кто там идет? У нас шуршит тапками. Ну, естественно, бабуля. Куда я кукурузу поставил? Я хотел сюда вообще-то орех поставить. Так, секунду. Давай-ка, наверное, подорвем тут все к ядрене фени. Достали они уже тут мне своей кучей. Так, попкорн. А это что? Что он там делает? Что это он там за газик какой-то выплевывает, а? Это новый вид зомби, кстати. Я такого еще не видел у нас, по крайней мере. Ну-ка, давай быстренько его к обстрелу. Что он тут задымленность какую-то делает, а? Эй, зомби. А, он невидимым становится. Он, короче, в дыму, и мы его не видим. Каков хитрец, а? Стебелек, бомби хорошенько. А что он делает, интересно, под ультой? О-о-о-о! Ничего себе. Наяривает, круто. Оно все равно слабо. Все равно слабовато. Так, ну что, первую стадию мы с тобой прошли. Сейчас будем использовать тако. Давай сюда, наверное. Ох, какой он стал крутой. Видишь, гигантский. Так, сюда сделаем и, наверное, сюда. Можем поставить с тобой еще орех. Все, вроде бы. Я готов. Встречаем зомби. Так, с собакой бежит. Давай-ка мы, наверное, с тобой... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо. Смотри, ну уже намного лучше этот электрический стебелек бомбит. Ты сам видишь результат. Так, блин, дед хлебные крошки идет. Давай. Вот и все, делов-то на копейку. Этот танцор все у него угомонится, да? Я смотрю. А этот опять там дымовую завесу делает. Явился, не запылился, называется. Так,
пока у него там масло на ногах. Что? Это случайно не тот чувачок с дэнс-площадки, который крутит микрофоном? Да, это именно он. Пришел, понимаешь ли, тут мне. Ну, кукуруза, конечно, тут хорошо нас вручает, согласись. Нет, пока не будем, или будем? Будем применять. Бабах, отлично, мне нравится вот эта вот суператака. Так, и тут танцор. Все, друзья мои, мы с вами прошли. Прошли этих зомби. Угу. 4, 5 звездочек. Ух, давненько я этого не получал. Так, 44 гема. А этот у меня закрыт, да? Или я могу его приобрести? Зачем я так сделал, ребята? То есть мне как бы дополнительно дали, да? Ты можешь взять типа снапдрагона, но заплати за это 44 брюлика. И я заплатил. Ну ладно, лишним не будет. Так, что у нас здесь? Мы что-то с тобой выполнили. Ага, соточку мы с тобой получаем денег. Вот она, кстати, да, ребята? Бессмертие. Именно ее я не могу победить в героях. Ну, я имею в виду растения против зомби-герои. Как же она меня там припарила. Ребята, 200 попыток попробовал, и у меня ничего не вышло. Кстати, новый зомби какой-то. Что это у него там на голове? 1000 кепок? Кипарис, елки-палки. Быстренько в атаку, быстренько. Ты думаешь, я ему дам тут разгуливать с 1000 кепками на голове? Нет, я его буду сейчас уничтожать. Так, давай. Я готов сажать растение. И, ну-ка, погоди-ка. Танцулька-пулька бежит. Как бежит, так и уйдет. Так, попкорн. Ага, вон там у нас еще один, ребят, танцор. Танцор диска, ё-моё. Наяривает, бежит, шуршит. Кривоногий еще к тому же. Посмотри на него. Какой сет танцор, ё-моё. И вот такие вот танцоры, ребята, у, знаешь кого? У сальцы, да, именно у этого зомби. Такие вот помощнички, ё-моё. Так, мне, знаешь, что надо? Мне надо вот так вот поставить. Нет, 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 нет. Не надо летунов. Блин, он еще летит по той дорожке, где никого у нас с тобой нету. Представляешь? Эй! Так, стебелек, может быть, поставить? Надо взрывать. Друзья мои, другого варианта я не видел. Только лишь взрывать. Надо сюда поставить нам этого. Попкорн пускай бомбит. Так, электрический стебелек пробивает всех. Но его лучше, конечно, улучшать. Чтобы он, естественно, нормальную атаку проводил. А то это какой-то, знаешь, для них это просто щекотки. Судя по выражению их лиц, финальная волна. Какая еще финальная волна? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, ребят, ну что это? Что это? Это у нас дымуха идет. Шел, точнее. Первую стадию прошли. Так, ну, давайте нам 4 штуки таку, мы будем с вами их выставлять. Я думаю, что сюда сделаем. На шишку. На шишку. На попкорн и на базуку-бамбуку. Я готов. Ждем очередной наплыв. Идет за серия. Идет. Так, ну что? Этот опять там дым пускает, да, в глаза? Надо, наверное, нам кукурузу сюда влепить. Опа. И вот сюда вот сделаем с тобой. Так, секундочку. Что у нас тут происходит? Ага, зомби-собачкой, да? Блин, а у нас тут нету. А вот теперь есть. Давай, подбиваем эти шарики. Так, секундочку, секундочку. Что-то у вас тут многовато идет. Многовато, говорю, идет вас тут. А им все равно, что я им говорю. Поэтому мне тоже все равно, я буду применять ульту. Все? Выделывались? Так, зомби, дед хлебные крошки бежит. Два деда хлебных крошек. Так, погоди-ка. Так, дело не пойдет. Голубятню свою тут. А, у нас есть стебелек, который подбивает довольно неплохо этих голубей. Шикарно. Что я могу тебе сказать? Очень хорошо он работает. Я даже подумываю, а то... Ох, нет. Нет, 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 нет. Вот этот вот, вот это вот. Зачем нам нужно пугало огородное? Все, взорвали мы его. О, идет, 1000 кепок на голове. А в чем прикол?
А, он с микрофоном, это тот самый диджей Маруся, ё-моё. Так, мы прошли с вами. Отлично. Сколько мы получим звездочек? Ну, на этот раз нам дали только лишь 4. И 82 монетки. Так, что же нам дальше-то делать? Зачистим, наверное, мы с тобой эту базенку, да? Он полностью от зомби. Тут остается... Кстати, у нас хватает денег? 255. А сколько нужно нам для того, чтобы прапать? Помнишь, там было... Вот здесь вот. По-моему, 700, да? Или 600. Оу! Ха! Ничего себе. Мы можем прапать? Да ладно. Ё-моё. Это что за везуха-то такая? А, друзья мои? И... Вот здесь вот забираем с собой реворд. Шикарно. Так, я хочу посмотреть, сколько нужно для того, чтобы улучшить этот домик. Блин, 900 монет. Ё-моё, мне тут еще копить и копить. До посинения, одним словом. А что у нас здесь? Ну, это понятно. Так, мы с тобой должны зачистить. Вот остается у нас тут один зомби. Противный причем этот зомби, как мы помним, да? Который разлагается. Вначале там пол тела ползет, потом у него ползут руки. Сложно будет с ним, конечно, бороться, но сдаваться мы не будем. Погнали. Но... Летишь, да? Летишь, карапуз. Теперь будешь ползти. А где остальные? Так, я вижу, вижу. Танцы буги-вуги идут. Так, сюда мы, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Все у нас прикрыто, все защищено. Бабах. Сюда еще поставим с тобой, да, попкорн. Ну, в принципе, друзья мои, неплохо. Так, и надо вот сюда обязательно поставить. Давай, родной, вставай. Почему попкорн хорош? Ребят, во-первых, он подбивает и наземные, и воздушные цели. Мне так лично он нравится. Я бы его, конечно, с удовольствием еще бы прокачал, чтобы он стал имбой. Так, пора, наверное, выставлять нам с тобой кукурузу. Да? Смотри-ка, уже подходят, довольно близко подходят. Что, что, что? Я слышу звук жижи. Это значит, что где-то вот он. Ползет. Да, друзья мои, ползет. И мы с тобой, наверное, будем его чуть-чуть попозже. Вначале мы его так разбомбим, чтобы он тут развалился. Видишь, на двух маленьких зомби. После этого он еще распадется. Надо, наверное, нам тут прикрыть. Так, секунду. Секунду, секунду, секунду. Давай его так, наверное, бомбанем. О, хорошечно получилось. Смотри. Справились. Так, с первой волной мы с тобой справились. Давай дальше тогда. Так, выставляем, наверное, сюда. Да? Слушай, можно, в принципе, и на кукурузу. Почему бы и нет? Она, наверное, заслужила все-таки. Тут уже улучшено, да, получается? И вот так вот. Красота. Погнали. Еще вишенку даже не потратил. Это cool. Так, давай, шишка. Наяривай. Куда ползете? Куда ползете, аглоеды? Я никого сюда не подпущу. Ах ты, гаденыш. Махает он мне там. Так, вот сюда обязательно нужно влепить. У него еще, видишь, две полоски. Синяя, это, видимо, защита, броня, да? Так, орешек. Опять ползут, смотри. Опять ханорики бегут. Ладно, здесь разберем. Поставим с тобой еще электрический стебелек сюда. Кто там? Пляски, дансы, да? Идут, идут, идут. А я сделаю вот так вот сейчас. Опа. Ну, вообще шикарно. Не надо тут махать своим микрофоном. А ну-ка, вжарь-ка им тут. Вот смотри, что происходит. Фига себе. Вот это стебелек. Да, вот это тебе электрический стебелек. И орех с тобой. Но почему не ставится? Вот. И ульту теперь бомбанем. Зачем я ее применил сейчас, а? Вот скажи мне на милость.
Эй, вишневая бомба, почему не срабатываешь? Все, блин, а там смотри, кто идет. Зомби-гигантус. Так, давай-ка с тобой вот так, наверное, сделаем. Еще один электрический стебелек. Танцуют они мне здесь, а? Расплясались, понимаешь ли. Шишка, давай. Тирин-тирин-тирин-тирин. По-моему, мы сейчас завалим. Не по-моему, а так точно. Так, победили и 5 звездочек. Нормуль. Так, 76 монеточек плюс одна кукуруза. И у нас, кстати, с тобой есть выбор. Либо мы с тобой апаем здание, да? Либо мы апаем с тобой растение. Потому что у нас есть что на самом деле проапать. Так, ну что, мы здесь с тобой выполнили все. 4500. Это что такое? 4 тако плюс 2? 6 тако? Фу. Неплохо. Награда такая. Еще 100 монет мы с тобой зарабатываем. И сколько в общей сложности у нас? 513 монет. Так, здесь мы с тобой сделали зачистку. Сюда, что ли, пойти глянуть? Стоят тут охламоны, наслаждаются жизнью. А улучшить? Мне не хватает, да, чего-то? Мне чего-то не хватает. Не хватает именно вот этой вот постройки, ребят. Чтобы можно было бы прапать. Слушай, а мы с тобой здесь застряли где? На каком этаже? Давай-ка посмотрим. На 12-м... А, 13-й этаж. Блин, 4 волны нужно пройти. Давай-ка я вспомню, освежу себе память, зайду. И поп... Так, могу кукурузу улучшить. 200, блин, фиг с ним, потратим. Эть, 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 радостная какая кукурузка. Так, поехали. Опасность, а чё опасность-то? В чем суть-то? Ну, не хватает чего. Мне не нужен орех здесь? Типа, убери орех, да? Ну, давай я уберу орех. Так, подожди. А как мне... Как мне его заменить-то? Я уже забыл, если честно. Ох, тут, ё-моё. Смотри, сколько растений можно прапать. Юзы, например, использовать против... Да что ты будешь делать? Погоди, как... Лимон у меня? Давно ли у меня лимон-то появился? Я что-то не помню, я его хотел протестить, но не тестил. Ага. Слушай, а тогда нужно, наверное, взять его, да? Что не так? Может быть, надо сделать нам... Вот так и вот сюда поставить? Вот так это все делается. Save team. Да подожди, ты что нужно-то? Опять чего-то им не хватает. Типа... А! Погоди-ка. Погоди-ка секунду. Значит, здесь у нас будет... Да фиг с ним, ребят. Опасность. Ну, с кем мы тут не можем справиться? Я не пойму. Ну, давай берем электрический стебелек, предположим, да? Если уберем электрический стебелек, то вместо кого... Снапдрагон нам здесь нужен? Может быть, Бонг Чой? Давай мы его сюда поставим. Кстати, надо будет его как-то улучшить. Опа. Отлично. Апгрейд сделали. Так, сейф тим. И теперь нам нужно еще что-то. Так, анти стилс. То есть невидимость. А против невидимости у нас кто с тобой хорошенько может справиться, а? Лимон здесь не нужен, я так понимаю. Если лимон не нужен, кто тогда нам нужен? М? Ну, скажи мне. Снапдрагон? Или... Или вот это вот? Или вот это пёси? Ну, давай проверим. Во! Команда вся, ребята, в сборе, и меня спокойненько сюда должны запустить. Ну вот справимся ли мы? Это уже другой вопрос. Ладно, у нас 3 ключика отнимается, а у нас всего 20 ключей. И чего-то зависло. Давай прогружайся быстрее. Ну давай посмотрим. А чего нам здесь ожидать? Ага, зомби. Опять танцульки-пульки, да, идут? Да, именно они.
Так, я понял, я вижу. Кукурузу, наверное, сюда поставим, да? А чего вы такие живучие-то? Это еще кто? Ну, понятно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай. Собачку сейчас съедят. Давай так сделаем. Может быть, оно побыстрее пойдет. Удобрение пока накопится, тут 300 лет пройдет. Ну, бунг-чой, давай. Да ну. Так, мне не нравятся дела. Пёся, а ты ведь можешь, нет? Слушай, прорвутся по ходу дела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ускоряется. А, друзья мои, к сожалению, фейл. Сдулся, вот что я тебе могу сказать. Придется переиграть ретри. Ну-ка. Давай, наверное, мы с тобой будем здесь одними базуками пока орудовать. Как-то вот так вот, да, пока. Да-да-да, я вижу, что очень долго все это идет. Этот процесс долгий. Тут, понимаешь, когда ускорение вот это начинается, вот это самое плохое. Так, этого сейчас с флагом уничтожим. Угу. Так, наверное, мы с тобой вот так вот сделаем. Охо-хо-хо-хо. Взорвем. Сюда поставим шишку. Шишка что-то как-то... Блин. Она хороша, но очень-очень-очень-очень долго будет его уничтожать. А что это он ускорился-то? Эй! С какого перепуга ты делаешь ускорение тут, зомби? Так, придется влупить нам. Зачем я так сделал? Ладно, фиг с ним. Ай-тя-тя-тя-тя, кто ползет, ребята? Кто ползет здесь? Диджей Функин. Может быть, кукуруза нам поможет? Нам бы его просто, знаешь, как это, на голову масло и все, и пускай он там сидит и думает. Ой-ой-ой, не нравится мне, что он машет тут. Давай так, может быть, поможет это нам. Ага. Защита еще на нем, как это, видишь, работает. Давай-давай, родные мои, разбираем. Есть. Так, это первая стадия, да, у нас с вами? Фух. Первая только лишь стадия. Ну что так долго прогружается? Что ты там думаешь? О чем ты думаешь? Давай мне эти... Мои, как их там называется-то? Так, я буду их выставлять и все. Нет, ты посмотри, что делает, а? 4 таку. Значит, делаем с тобой... сюда. Потом на кукурузу. На базуку. И последнее тоже на базуку. Поехали. Зомби шутить не любят здесь, да? Но и мы тоже, как говорится, не собираемся здесь просто так дурку с тобой валять. Мы серьезно подходим к нашему делу. У меня еще есть одно удобрение. Так, мы в дыму его не видим, да? Поэтому они себе там спокойненько чувствуют. Давай сделаем так. Ой-ой-ой-ой-ой. Как так-то? Да как так? Он проходит, друзья мои. Там еще этот дед. Подбили. Слушай, вот это мне совсем не нравится. Что-то тут как-то... Блин, ты посмотри. Ты просто полюбуйся на них. Бабах. Ёпрста, я и забыл, что здесь этот шитик-то есть. Блин, этот землекоп еще идет, идет себе, да? Надо ему в спину бомбить. Так, он пока там оглушенный стоит. Давай ему в спину. Так, что я могу сделать?
Да вот так могу сделать. Бамс. Что-то плохо мне это помогло, если честно. Если честно, мне это плохо помогло. Так, давай сюда поставим. Секунду. Подбили? Подбили, уничтожили. Блин, да хорош. Так, куда они идут? Здесь? Сюда поставим бунг-чо и пускай, наверное, их атакует. Он припарится, наверное, их бомбить. Так, срочно ульту. Доплясались, да? Вот так вот. Своими танцами тут они начинают. И это, по-моему, последний зомби. Ты посмотри, как бунг-чо его долго разбирает. Я думаю, что надо ему в задницу, наверное, ракетой бомбануть. Именно от нашей базуки-бамбуки. Давай так вот сделаем. На тебе! Отлетел за километр. Но это только первая стадия была. А там сколько нам нужно? 4 пройти, да, получается? Так, еще 3. Ну, 120 монет мы с тобой заработали. Типа, следующая битва. И одно сердечко у нас всего лишь-то осталось. Да, ну ты понимаешь, что... Что это за звуки такие? Что за звуки-то, эй? Игра у меня, главное, не началась, а звуки уже какие-то идут. Ох, ё-моё. Так. Давай, приготовились. Ну, где кто поет? Понял. И тут, со всех... Ну, это обычные зомби. Хотя они тут тоже очень крепкие, я смотрю. Так, мне нужна кто? Базука-бамбука. Давай сюда поставим. Успеем, интересно, разрушить вот этого зомби? Как бы должны, по идее, да? Хоть он и подходит, очень близко подходит. Что это? Что они делают? Почему они меняются? Пси. Плюс, наверное, бомбануть здесь не успею, ребята. Просто выставить элементарно. Не хватает энергии, как всегда. Как всегда не хватает энергии. Может быть, собачку сюда поставим с тобой? Она все-таки им как бы защиту ломает, уменьшает. А нам это как раз и нужно. Что там, финальная волна, что ли? Ну да, походу дела, финальная волна. Песика съели, причем так быстро. Влупим, наверное, да? Эй, погоди, а почему этого... Почему этого не подбили? Кукуруза, давай масло, масло, мы его... Ну... Ну, подходит же. Есть. Хорошо, первая стадия пройдена. Так. Нам дадут сейчас возможность использовать таку. Ну, я думаю, что мы, наверное, сюда поставим, да, на попкорн. Не знаю, на песю нужно, не нужно. Да что ж так долго идет загрузка-то, а? Ну, серьезно, раньше такого я не замечал. А сейчас, видишь, долговатенько, конечно. Так, ну, давай, поставим, наверное, сюда. Поставим, блин, я, знаешь, что боюсь? Что пойдут эти, как их звать-то? Ну, эти, которые под землей, шахтеры. И все мои суперские растения просто съедят. Ну, не съедят, а сломают их. Вырвут с корнями, так сказать. Бабах, ничего себе там у нас. Что-то их там многовато как-то идет. Я бы сказал, очень много их идет там. Песик, конечно, там кричит, наяривает. Давай вот так вот попробуем сделать. Ульта, поехала. Шикарно. Фух. Так, у меня здесь шишка, да? С супер ультой. Так, нормуль. Давай, наверное, с собой. По-моему, сейчас шахтеры пойдут. Ребят, звук был такой, как будто вот шахтер где-то шкребется.
Мне ведь это не показалось? Нет. Мне не должно было это показаться. Блин, мне нужно удобрение как можно быстрее. Этот вон проходит. Ну. Ульта, поехали. А почему этого-то не добили? Блин, бонг-чой, давай. Успевай. Отлично, успел, молодец, красавчик. Ух. Этот дым, конечно, очень вредный, который вот выпускает вот эти вот. Видишь, что они делают? В дым просто нас окутывает, и мы ничего не видим с тобой. И это не есть хорошо. Ё-моё, офигеть. Что тут, блин, происходит, а? Объясни-ка мне. Трэш. Давай быстренько с тобой применим суперудар. Блин, я еще, по-моему, и не попал, да? Я еще и... А как мне от этого дыма, извини меня, избавляться? Бамс. Неужели? Фух. Я думал, что все, друзья мои, приплыли. Здесь, понимаешь, здесь нету газонокосилки, которая тебя может выручить. И у нас с тобой одно сердечко. То есть, если мы с тобой сгораем, то все, нам придется проходить это потом все заново. Так не хотелось бы этого. Так, что там? Паника. Какая еще паника? Идет, а? Так, подожди-ка. Идет, они идут по всем фронтам. Хм. Как же долго, а? Как же долго вы бомбите? Ну, серьезно. Я хоть успею? Вот мне какой вопрос интересует. Я успею это все забомбить? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. Ну, слушай, по-моему... Так, дай-ка я взорву их нафиг. Тут танцуют. Достали с своими танцами. Эх. Да, энергия. Так, что там? Найт-клуб. Опять дэнс какой-то, да? Дэнс. Они начинают плясать. Я понял, ребят. То есть, когда приходит вот этот вот найт-клуб, типа ночной клуб, они начинают сразу в пляс тут входить. Все, доплясались. Так, волна финальная. А вот этого я боялся. Вот он и ползет, друзья мои. Этот шахтер, а. Ну, естественно, он сейчас уничтожит мне растение. И самое главное, что если даже я поставлю бонг-чоя, да, он с ними не справится. Ты смотри, как у него мало отнимается здоровье. Очень мало. Так что делаю выводы. Так, у нас, я так понимаю, заканчивается сейчас первая волна. Пока он идет, у нас есть возможность с тобой поставить сюда растение. И не только растение, да? Не надо его убивать раньше времени. Пускай он там идет потихонечку себе. А я пока накоплю энергии и поставлю здесь растение, чтобы все было пучком. Идет охламон. Напоминает мне чем-то страшилу. Вы поняли, да? Из мультика про Элли. Так, все, первая волна закончилась у нас? Или нет? Да, закончилась. Окей, расставляем с тобой... Тако. Так, куда мы будем делать? Наверное, одно на собачку потратим. Потом вот так вот сделаем. Вот так. И, наверное, еще на кукурузу. Поехали. Так. Опять начались эти пляски шманские. Угу. Неужели придется ульту применять? Похоже, что придется. Бамс. А этот что, малой тут идет? Смотри, наяривает. Блин, опять этот дымоход идет. Вот он-то как раз меня и бесит. Смотри, что делает. Все в дыму, мы его фиг увидим. Давай, применяем ульту.
Эй-эй-эй, его подбейте, пожалуйста. Подбейте, подбейте, подбейте. Блин, Монгчуй, бомби его. Правильно, вот так вот ему в спину. Что, опять пляски? Пляски эти у вас тут не прокатят. Dance off, дискотека закончена. Да я что-то не вижу, чтобы она закончила. Они как плясали, так и пляшут. Нет. Ну только тебя тут не хватало. Ну что ты вот приперся-то, а? Явился, блин, не запылился, друзья. Да-да-да, именно этот шахтер непутевый. Давай так попробуем. Одного подбили, а тот вот остался, к сожалению. Ему на голову кукурузина, да? Отлично. Но он сейчас съест. Съест мою кукурузку, понимаешь? Слушай, вот они вот не обурели ли, а? А ну-ка давай. Да чтоб тебя, он выжил. Как он это умудрился сделать? Так, слушай, этот дымоход идет опять, а? Как он меня раздражает, а? Что я сейчас сделал? Что я натворил? Так, секунду, секунду, секунду. Если мы, например, вот сюда поставим, он будет бомбить? Успеет ли он? Где этот бунк? Давай, давай, давай. Да блин, вот этого-то будет бомбить. Бунк-чой, давай. 4 энергии. 6. Влупи ему. Вот, 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 вот. Давай, отлично. Ребят, просто на волоске от гибели был. И все-таки Бунк-чой не подвел. Он был под ультой, поэтому он за вами башил сразу же этого. Фух, прошли мы с тобой, да? Третью стадию. Или что? Да, по-моему, третью стадию прошли. Сейчас у нас вот четвертая начинается. Не надо мне тут ля-ля. Я три стадии прошел. Оно там моргает почему-то. Так, ну что же. В плане доктор Замбос. Доктор Замбос? Ёк-каламанешечки. Так, погоди, погоди, погоди. Это что тут мне вызываешь? Эй, погоди. Слушай, подожди секунду. Ага. Нет. Не надо проходить. Прошли, друзья мои. А что тут делать я должен, блин, извини. Все, да, у нас с тобой здоровья нету, потому что мы последнее зеличко. Короче, друзья мои, я слаб для этой башни еще. Мне нужно прокачивать и прокачивать своих растений. Понимаешь? А почему вот этого гриба я у себя не видел, а? Где он, интересно? Блин, как жестко, а? С доктором Замбосом я не справился. Но я, честно говоря, и не знал, что он там будет. Как он там этих своих... понаотправлял, и я просто растерялся, друзья мои. Ну, зато могу сюда пойти спокойненько здесь побомбить. Надо прокачиваться, нужны деньги, да. И для того, чтобы у нас они копились, и мы с тобой могли потом пропать. У нас, тем более, растения есть, которые мы можем немножко поднять по уровню. Так, ну что. Ну, давай, иди сюда. Будем с тобой по-другому разговаривать. Блин, обидно, конечно, что мы не прошли с вами эту башню. А это что еще? Что это еще за Хариус тут бежит? А ну-ка, Бунк-чой, наяривай ему. Вот так вот. Давай, наверное, не хватает, да? Не можем. Так, сюда поставим. Тыдич. Так, секунду, вот этот вот куда бежит, а? Сломя голову. Откуда он бежит? Объясни мне. Мы его не успеем, да? Мы его не успеем. Блин, без ореха-то плохо играть. Орехов нету, защиты нету. Они проходят быстрее намного. И, кстати, против Замбоса действительно надо было брать орехи. Хотя, как бы они нам там помогли. Ну, как-нибудь да помогли бы. Я думаю, да?
О-о-о, начинает. Переигрываешь, парень. Так, этот у нас с планшетом. Псих бежит, 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 бежит. Пульни в него. Оу, отлично. Так, это только первая стадия пройдена. Какой же туда, интересно, нужен уровень зомбарей? Ой, зомбарей, уровень растений. Может быть, 20-й? Кто его знает, какой нужен туда уровень. Давай, бонг-чой, сделаем вот так. И вот так. И там, к тому же, я могу еще посадить сюда попкорн. Погнали. Так, у меня есть удобрение. Так, этот с микрофоном там, да? Бежит, наяривает. Чувак, который в Гамлета переиграл. А ну-ка, хорош. Успокоились. Начали там уже выпендриваться. Так, быть или не быть, да? Вот в чем вопрос. Наверное, тебе не быть. О-о-о-о. Так, а это кто у нас там? О-о-о. Игрочишки. Бегут игрочишки у нас тут. Ох, как хорошо им тут. Всыпливаем. Я еще и ульту применю. Да-да-да-да-да-да-да. Все? Доигрались? Так, поставим сюда еще собачку. Ну, бонус, что, смотри, как наяривает. Ну, это, правда, зомби, наверное, слабые. Так, танцор тут начал у нас выпендриваться. Вызывать своих плесунков. Собачка, собачка, подожди, подожди, подожди. Сейчас мы тут с собой разберемся. Ать, подбили. Ребят, прошли мы с вами этот уровень. На 4 звездочки, к сожалению, пока. На 4 звездочки. Но ничего, зато получили 171 монетку. Туда, наверное, да, надо будет брать, прокачивать, чтобы у нас было с тобой побольше мин, да, вишневых. Побольше таку и так далее. Тем более, смотри. Так, как у нас там делается-то? Капуста может улучшиться. Кабачок, горохострел. Так, а почему я не могу, например, вот этот вот, not found? Что значит? Почему он вроде бы у меня как бы открыт должен быть, но я его... взять не могу. Очень интересно. Так, ну что, погнали с тобой еще. Пройдем, наверное, одну битвочку, да? Ну и будем, наверное, закругляться. Так. Давай, давай, давай. Блин, зомбос, а? Ну как же он меня вот... расстроил, а? Выпустил. Главное, сам куда-то исчез, но выпускал кучу всяких маленьких роботов. Просто кучу, вы сами видели, да? И они так быстро-быстро двигались, что я даже ничего не успевал сделать. Меня что-то так расстроило. Так, ладно. Ну. Давай сюда поставим. Так, наверное, нам придется вот так сделать. Ага, шикарно. Но на этом еще не все. На этом еще не все. Так, энергия. Интересно, можно ли тут как-нибудь сделать, чтобы энергия у тебя копилась, например, быстрее? Быстрее, чем обычно, да? Было бы прикольно. Так, что-то этот мне не нравится, чудило. Идет слишком быстро. Нет, должны мы его завалить. Давай сюда песю выставим. У нас есть ульта. Ну, я думаю, применять мы ее пока не будем. Давай лучше с тобой еще один попкорн высадим, и все будет отлично. Мега-миньон. Какой мега-миньон еще появится? Я не понял. Ты видишь, какой... Ой. Я, кажется, вижу мега-миньона. Точнее, видел. Прошли первую стадию. На изи. Так, песя, давай так сделаем. Я могу его еще пропать, нет? Нет, только один разок. Можно это сделать. Окей, погнали. Симметрия какая-то у нас. Как пошло-то, а? Жарево. Так, это опять там с планшетом идет. Сейчас выбьем, психанет, побежит, сломя голову.
Сейчас психанет. Погоди-ка, зачем так? Нам надо... Что? Ёп, просто этого еще не хватало тут. Со своими пончиками идет. Никаких, блин, пончиков здесь не должно быть. Верно я говорю? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет, друзья мои. Ну давай-давай-давай. Это вот мелкого уничтожили. Да неужели пройдет, а? Бумс, раздавил просто в наглую. Тэй. Ну-ка. Давай-ка. Вот этого надо уничтожить. Повезло нам сейчас крупно с тобой. Просто по-крупному. Вот мы даже пончик не можем с тобой уничтожить спокойно, понимаешь? А куда-то лезем на башню там. Фиг знает, на какой этаж. Вот когда будем здесь зомбарей в легкую крушить, вот тогда я понимаю, можно будет суваться туда. Но не сейчас. Так. Ё-моё, опять этот мега-миньон, да? С планшетом бежит, истеричка. Ну! Так, что же нам сделать? На тебе! И еще ульту. Бобух. Козырно. Прошли, друзья мои, прошли. На 4 звездочки, правда, ну, ничего страшного. И 112 монет. Итого у нас 600 с лишним монеточек золотых. То есть нам совсем немножко осталось для какого-нибудь апгрейда. Так, мы можем с тобой... А, открыть пиньяту. Бесплатную. Две кукурузки. Так, спиквит. Ага, и шишка. И 43 монеты. Ну, отлично. Так, здесь с тобой забираем награду. Я не помню, для чего вот эти пробирки нужны. По-моему, для улучшения растений, если я не ошибаюсь. Да, друзья мои? Ну что, пока на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, можем взять вот эту пиньету, но я думаю, не стоит. Лучше всего вот эту взять, 4 уровня, за 450 гемов. Ну, мы запаримся, наверное, их копить. Можно немножко прапаться. Кстати, я лимон так и не посмотрел, что делает. В следующей серии, наверное, заглянем, да? И можно, кстати, еще сделать свой клан здесь. И также... О, Ревард, я 84... А это кто такой? Что это за... Что это за грустный... Я даже не знаю, кто это такой. Что это за растение такое? Так, Ревард. Ну? Я на 4-м месте, что ли, был? Фига, тут награды. 15 мин. Кстати, мины тоже, наверное, будут хороши. И где? Вот он, друзья мои. Это кто такой? Это... Что же ты делаешь, а? Грустный такой. Ладно. В следующей серии посмотрим, что это за растение. Как раз посмотрим, кто такой лимон, что он делает, с чем его едят. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.